Такой показывают трэш. Вот так давлю, Да, болит, да? больно. Да. Бедный пальчик. Бедный пальчик. Не бойтесь, я пока сейчас просто смотрю. Все, готовы? Готов. Ой, как вы мне нравитесь. Не, надо сейчас смотреть, что надо делать. Давай, пошел. Да, я уже все, я уже ноготь извлекла. Просто сейчас мне нужно аккуратненько его. Все, ноготь я убрала. Мне сейчас нужно просто доработать. Угу. Кожу вот это все убрать, прочистить ранку. Все терпимо же? Конечно. Я думаю, будет больнее. Ну, вот, потому что хирурги, да, они режут. Ни разу в своей жизни не был хирург. Ой, сплюньте, не надо там быть. Который в военкомате, но это не хирург. Вот легче же стал. Да. Видите, как все хорошо проходит у нас, да? А частая вообще проблема, ну типа, вот если из... Вросший ноготь, да. Да, типа, угу. Это 80% ваших посетителей? Или чуть поменьше? Наверное, чуть поменьше. У меня 80% это стержневые мозоли. Я помню. Прям очень колован у вас здесь, прям полость такая. Вот здесь говорит, не подходите, они ему говорят, ну надо, он ушел из больницы. Кошмар. И ну и что потом ему? Ничего, потом пришел обратно все ждать делать, так было, минутная слабость. Минутная слабость. Посидел, подумал, болит, да? Пойду и приму их условия. Не, ну мужчины, да. С ними такой должен быть подход нежный.
хорошенький пальчик. Не, несмотря на то, что тут было воспаление, да, все нормально. Секунду легче становится вообще. Когда только вытащил, сразу легче становится. Да, я ж так вам, да, по телефону сказала там. Главное, если когда убираешь источник боли, несмотря на то, что там гной, воспаление, все, сразу легче становится. Моментом. Гной больше не появляется? Нет. Может быть, в первые дни не гной, а такая вот сукровица. Гной у вас же появлялся от того, что давил ноготь. Сейчас ноготь не давит. А сукровица – это вот то, что вот эти клетки, они закроют вот эту ранку и начнет там все заживать.